Тем временем офис службы судебных приставов в декабре работает по субботам с 9 утра до 3 часов дня. Изменился график с целью предоставить жителям республики максимум возможностей расплатиться по долгам, в том числе и за услуги ЖКХ. Кстати, уточнить информацию о задолженности можно на сайте службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств». Здесь же можно распечатать уже заполненную платежную квитанцию, либо оплатить долг онлайн с помощью электронных платежных систем. Мобильное приложение службы судебных приставов доступно на устройствах, работающих на базе Android, iOS и Windows Phone.